Чуть шкаф не упала. Лака, спасибо. Парух, привет. Привет, привет. Лака, спасибо, спасибо. Твой мышь, спасибо, Фарух, спасибо, Антит, спасибо. Да ладно, не кидай. Не трать. У меня нет кондиционера, и я не собираюсь ей здесь устанавливать кондиционер за свои деньги. И вообще думаю меня съезжать с этой квартиры, потому что, ну, как бы здесь некомфортно. Жить нет кондиционера, и за столько денег нету смысла. А это не платье, это комбинезон с кофтой. Да, снимаю эту квартиру, и поэтому не вижу смысла снимать и без кондиционера, и как-то здесь вот в такой жаре я не могу не уснуть, ничего. Брух, но я не... Это не Москва. Нет, если бы это было в Москве, это была бы одна тема. Спасибо. Ваня, спасибо. Если бы это было в Москве, это далекое Подмосковье, здесь вообще ничего нету. А вот. Инфраструктуры нету, салон красоты нету. Мегафон здесь вообще не ловит. Вака, спасибо за фотик. Спасибо за просвещение. Здесь, конечно, на втором этаже вообще дышать нечем. Спасибо, да ладно, не трась, я недолго на эту трансляцию. Потому что я... Сегодня ходила пешком опять до магазина, обратно. В смысле, портал в параллельные миры. Здесь вообще такое ощущение, что ты живешь в Антит. Спасибо. Спасибо, Антит, спасибо. Такое ощущение, что ты в каком-то этом заброшенном городе живешь. Конечно, лысая. Спасибо, Фарух. На лысину как раз и прикрепили. Лысею чего делать? Кристинчик, спасибо за корону. Мы проиграли. Да, на шурупах они, на шурупах. Иди, не завидуй. Спасибо, спасибо.
Кристинчик, спасибо. Кристин, спасибо. Да ладно, не бросай. Воронеж, остановись. Фарух, ты не за что. Я тоже буду скоро. Я очень мне жарко. Вот с тредами сейчас такая жара, здесь невыносимо. В такой жарище. Спасибо. Спасибо. Да дела ничего, если не считать того, что жарко очень. Елена, спасибо. Спасибо.